Мечи вместе с жителями 120 городов страны поддержали всероссийскую акцию в защиту животных. Зоозащитники обращают внимание на недостатки закона об ответственном обращении с животными, который рассматривается в Госдуме. По мнению горожан, за основу нужно взять гуманную концепцию и внести множество поправок. Запретить убивать домашних животных, контролировать тех, кто их разводит, вести более суровое наказание за жестокое обращение. Также мечи просят обратить внимание на деятельность омского спецавтохозяйства. Требования направят президенту России и председателю Госдумы. Президент сказал, что нужно принять. Но нужно, чтобы законодатели прислушались и к мнению зоозащитников. Мы хотим, чтобы в законопроекте также были учтены и другие виды животных. Это эксплуатация вот их в передвижных вот всяких цирках, дельфинариях. Жестоким обращением должно считаться не только, когда систематически жестоко обращаются с животными, а даже один раз. И также то, что там только идет речь о домашних животных, но как бы стоит заботиться обо всех животных.